Производство мороженого 33 пингвина. Говорят, где-то в заснеженной Сибири есть место, которое еще никто не видел. Здесь среди снега и льдов лежит залитая солнечным теплом сказочная долина. Долина с сочными зелеными лугами и садами, где растут самые вкусные фрукты и ягоды. Посреди этих лугов и садов стоит волшебная фабрика производства радости, где, не покладая рук, а точнее крыльев, с заботой и любовью трудятся 33 пингвина. Одни пингвины пасут чудесных коров и получают молоко, чтобы радость была самой полезной. Собирают яркие сладкие ягоды и фрукты, чтобы радость была самой вкусной. Третьи пингвины делают из этого мороженое, чтобы радость была самой свежей. 150 килограммов бананов и клубники нужно пингвинам, чтобы сделать всего-то 1 тонну бананово-клубничного мороженого. А еще 500 литров свежайшего молока и еще сгущенка, масло, сахар. Вначале все ингредиенты перемешиваются, затем будущее мороженое отправляется вариться, а через 2 часа его отправляют в охладители. Мороженое в большой и маленькой упаковке отправляется в заморозку, в огромный холодильник. Круглый год здесь поддерживается температура -26 градусов. Каждый день сюда приезжают тонны мороженого. Именно отсюда 4-е пингвины везут его по всему миру, чтобы радость была повсеместной. Все 33 пингвина любят свою работу и относятся к ней очень ответственно, потому что знают, они дарят настоящий праздник всем людям, и взрослым, и самым-самым маленьким.